Итак, прибыли в резорт, зарезервировались, получили комнату, и сейчас нас везут уже в нашу комнату. Итак, поехали. Итак, персональное такси везет нас в наш номер. Загрузили вот чемоданы наши. Очень красивая зеленая area. Как в джунглях. Да, все равно как в джунглях. Добрый вечер. Алло. Дорогая, ты довольна? Начинаю быть довольна. Ага. Раньше я любила лето, а сейчас я люблю деньги, потому что за деньги можно купить лето. Вот мы приехали в лето. 100%. Красота, все цветет. The only thing that has an extra charge if is if you decide to take a massage or take a treatment, but you can use the facilities without a charge. You can massage on the beach. This is the main square. This is the place for the evening entertainment. Every night and at 9:30 we have the main show there on the main stage. Every night is a different show and always are live shows. Oh, nice. This is the place for the entertainment. Okay? Okay. We have here too one bar. The games room is there. We have there pool tables, ping pong tables. We have bar service and music. TV monitors to watch sports. That's the games room. These two buildings are the buildings to the adults only section. The back side of the meeting point is right there. This place here on the corner is the main buffet. It's open right now if you want to take your dinner there. This place, you don't have to make a reservation. It's buffet. It's a main buffet. It's a buffet service, yes. It's open now, it's open until 11 p.m. Italian restaurant, it's right here. But you must book it for this place. Nice, I am like it. Look at that. Beautiful. White sand, the colors of the ocean. I know. It's beautiful. Welcome. Paradise. To the paradise, yes. Yeah. The place there in front of us is the French restaurant. French. That's what book it too for the French restaurant. And your room is here on the building. Наша комната там. Cool. Итак, приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни.
И сегодня мгновение мы начинаем свой отпуск. Сегодня 23 ноября. Сейчас вот, как вы видите, 3 часа дня, и мы прибыли в Мексику. И вот это наш номер, где мы заселились. Я предварительно посмотрел на сайте этот отель. Лучшего ничего не нашел. Цены сейчас немножко возросли. Хоть это и старенький резорт, здесь не так уж, как то говорится, все новое, в которых мы были раньше, отдыхали. Но мне очень понравился этот резорт из-за того, что он полностью находится в джунглях. Очень здесь много зелени, очень много здесь красивых таких старых под мексиканский стиль декорейшенов. Вот такой вот здесь шкафчик. Есть все необходимое. Зонтики от дождя, гладильная доска, утюг. Все хоть не может быть. Здесь также сейф, холодильничек, который затарен там напитками, пивом. Но мы не рассчитываем находиться много в номере. Мы будем путешествовать. Мы любители путешествовать. Номер нам нужен для того, чтобы только переспать ночь. Мы только что вот заселились. Нас здесь в номере ждет вот такой вот презент. Видите, фрукты. Бутылочка красивого какого-то вина. Сказали, что очень классный. И бутылочка эксклюзивной текилы, которая сделана по спешл-заказу. Это только в эксклюзив клубе дают. Ну, это я с собой привез. Я любитель коньяка хорошего. Только что вот с чемодана вынял. Телевизор, вода горячая, холодная. Диванчик вот такой вот, кофеварка. Две кровати, телефон, кондиционер, вентилятор. И вот такой вот балкончик с видом на океан. Здесь можно посидеть. И дело в том, что вот как раз вот там вот солнышко у нас встает раненько утром. Сегодня погодка такая еще пасмурная, видите, потому что прошел у них тут немножко шторм, дождь был. Но на завтра обещают уже прекрасную погоду. Вон там вот вдалеке мы видим, пошел катамаран, вон там вот на Козумель. А вот тут там вот виднеется остров Козумель уже. Мы находимся в городишке Плея де Кармен, Плея Кар. И наш резорт называется Сандос Клуб Эксклюзив. Adult Only, все включено. Премиум класс. Вот это наш личный бассейн, а там наш личный пляж. Итак, начинаем наш отдых. Хорошего нам отдыха. А всем позитива и добра. Берегите себя. Вышли первый раз посмотреть на море. Ты балдеешь? Все, что я хотела. Океан. Класс. Вот это наш пляж здесь. Для эксклюзив клуб. Приватный. Только adult only. Куда она побежала? Она дорвалась, она увидела там доски эти, педалборд. Она хотела с собой
свою вести. Я говорю: Алла, перестань, ты что, тащить ее. Да мы в крайнем случае купим здесь, Плей де Кармел, рядом. А оказывается, здесь есть и можно брать в рент. Но я это заранее все предвидел, я ей не говорил. Я просто настаивал на том, чтобы она не брала свою. Красота. На горизонте, на фарватере стоят какие-то корабли, а там вдалеке вот это светится остров Казумель. Резкости уже нету, потому что не хватает света. А вот это вот светится там порт Плея де Кармель, откуда ходит катамаран на Казумель.